так, пацаны, всем здорово. В общем, короче, крутите камерой, вот, двигайте, крутите телефоном. В общем, это видео опять в 360 градусов. Сейчас я, короче, выбираюсь на трассу. У нас сильная метель, пурга, на улице где-то минус 12, может быть, 15. Вот где-то так, метет снег, замело, МЧСовцы шлют МЧС шлют СМС, то, что будет очень сильная метель, то есть не старайтесь не выезжать из дома, короче, на автомобиле. Вот, ребят, поехали. Музыку включать не буду я, потому что, чтобы видео было без авторства. Вот. Короче, камеру закрепил как мог. Перевожу некоторые, как говорится. Итак, ребята, я, короче, выехал уже на трассу, потихонечку пробрался. Ну, короче, метет, я вам скажу, пацаны, прям серьезно метет. Что ближний свет, что дальний свет, особо разницы нет. Прямо так вот, ну реально, пацаны, я не вижу ничего. Охренеть. Вы, ребята, видите, что не видите? Я лично вообще плохо вижу, что дорогу особенно. Это, конечно, жестко. Это жестко. Так, надо запилить, короче, сторис. В инсту на ютубчик. Так. Короче, на телефоне, пацаны, у меня также заставка Санька Диабло, она у меня стоит уже с того момента, как Санька не стало. Так как она стоит, фотка Санька Диабло, так она и будет стоять, пацаны. Вот, все время. Память, вы знаете, просто память. Так, ну что, давайте запилим маленечко. Смотрите, ребят, как я пилю сторисы, вот еду. Так, ребята, всем привет! Еду, выдвинулся, метель, пургу, серьезная пурга на улице, метель. Вообще, дороги не видно от слова практически совсем. Вот я вижу небольшие лишь следы. Смотрите, ну тут просто как бы даже смотреть не на что, ребята. Просто вообще, просто такой трэш. Просто реально. Где-то вот посередине едешь и все. А завтра так утром вообще будет полная ЖЖ. Потому что ночью переметает вообще конкретно. И она только усиливается. МЧС передал усиление. Короче, ветра, бурга, снег, метель. Там какая-то шкала какая-то у них есть самая высокая. Вот, короче, едем. Ну реально, просто может быть по видео не передается. Если что, переходите на канал и смотрите видео в 360 градусов. Вот моя камера. Insta360. Короче, снимаю сторис, говорю, видосик на YouTube. Блин, а вот тут я реально не вижу ничего. Тут реально переметает. Ну и все, хорош. Так, ладно, пацаны, давайте не будем отвлекаться. Едем. На лобовую, короче, ноги поставлю. Все. Едем дальше, ребят. Кто-то вообще едет на аварийке, я смотрю. Кстати, когда выключаешь, намного лучше видно. Я вам отвечаю. Кстати. Кстати, вот чуть-чуть, пацаны, вот когда свет выключенный, смотрите, прям реально намного лучше видно. Дорогу. Просто встречка едет, поэтому. Я бы так бы ездил с выключенными. Нет, на самом деле. Видно лучше. Я не знаю, как в камере. Я еще, ребята, в камере не разобрался от слова практически. Ну, знаете, так, процентов на 30, может быть, максимум. Там куча настроек именно по видео, именно фокусировка видео. Там настроек как бы хватает. Поэтому, чтобы что-то испытывать, нужно снимать видосик и загружать на канал. Что здесь? Вот, и вот реально, вот мне так лучше видно. Знаю, что они на аварийках, но нет. Уже там ДТП. Давайте посмотрим. И просто встали они, чтобы не жарко становилось. Да, я чувствую, буду ехать. Да хотя, в принципе, скорость 90. В принципе, пойдет. Что?
проблема со зрением. По-любому какая-нибудь. Вот поворотники на зеркалах — это стопудово. Опер стиль. Или Жига какая-нибудь, или иномарка. Ну там явно такой водитель, который, скажем так, ну, то есть смысл тут ехать, блин, балдос. Видно же, нормально все. Я не понимаю вообще. Ну в чем суть? Нормально же видно, или ты буксируешь? Вообще испугались погоды, ребята. Вот тут знак обгонять можно. Что-то вы, ребята, вообще. Что-то реально вы вообще. Ну конечно, если на дальнем ехать.